31-летняя Екатерина Колесниченко перестала скрывать второго супруга. Во втором браке звезда «Дома-2» впервые стала мамой. Экс-участница реалити родила сына, которого назвала Савой. С отцом мальчика Колесниченко расписалась 8 месяцев назад, но только сейчас она впервые показала нового избранника. В кадре супруги вместе с сыном запечатлены на кухне. Екатерина держит на руках мальчика, который одет в забавный костюм Санта-Клауса. «Теперь-то понятно, на кого похож наш сын, знакомьтесь, это тот самый мистер Ха, мой любимый муж Алексей Сергеевич», — написала Колесниченко. Известно, что у супруга Екатерины есть свой бизнес в сфере дизайна интерьеров. Подписчики порадовались возможности впервые увидеть избранника звезды. Многих удивила его внешность. «С Новым годом эту красивую семью, какой папа интересный, не ожидала, если честно, что он такой домашний. Думала, что типа Джигана, какой у вас сладенький Дед Мороз», — написали фолловеры в Инстаграм. Екатерина Колесниченко развелась с первым мужем Никитой Капелюшем осенью 2018 года. Потом она стала скрывать свою личную жизнь. Участница реалити призналась, что сделала после родов липофилинг и годит. Она поделилась секретами похудения. Звезда телестройки после развода увеличила ягодицы.